существуют какие-то другие формы жизни? Что Каббала об этом говорит? Никаких форм не существует. Нигде во Вселенной никаких форм нет. Оставьте все поиски. Нет, мы уникальны в этом ничтожном мире, самые ничтожные, самые такие запутанные. Нам надо поскорее соединиться между собой до минимальной духовной формы и подняться в следующее измерение. Все. Когда вы поднимаетесь в следующее измерение, вся Вселенная пропадает, расступается, вы входите в мир сил, а не остаетесь в мире материи.